Ароматные лепешки, овощи и фрукты, крупы и сладости. Нет, в кинотеатре «Искра» не открылся восточный базар. Здесь проходит акция «Щедрая корзина». Все продукты свежие, а выпечка, что называется, с пылу с жару. Азербайджанский хлеб. Это который нам прислали из тандыра сегодня, прямо испекли. И есть у нас такой товарищ Адалят Кулиев. Это он сказал, что я горячее испеку, чтобы к 12 часов вы подоспели. Продукты собрали для нуждающихся жителей Ленинского района члены национальной культурной автономии Азербайджана. Свою лепту внесли и представители землячества пакистанцев. В этом проекте, значит, по сбору этих продуктов участвовали все члены национальной культурной автономии азербайджанцев Ленинского района. Здесь каждый от души что-то приносил. Здесь наши друзья, пакистанцы, тоже участвовали в этом проекте. Так что все эти подарки от души мы сегодня привезли сюда, чтобы раздать особо нуждающим семьям. В неделе доброты и щедрости в Ленинском районе участвуют как рядовые граждане, так и общественные и коммерческие организации. Например, для членов общества слепых меценаты закупили несколько тростей. Чем она хороша, эта трость? Когда слабовидящий человек приходит через дорогу, не обязательно, что там не везде у нас звуковые светофоры, сами знаете. В таком случае что мы делаем? Мы делаем прием маятник. Мы вот так крутим эту трость, и любой водитель останавливается, потому что он видит, что идет слепой человек. Прямо напротив кинотеатра «Искра» в универсальном магазине также установили щедрую корзину. Свой вклад в доброе дело внесли сотрудники и воспитанники детского сада «Родничок». Ребятки, большое вам спасибо. Кладите в корзиночку свои подарочки. С чем вы пришли? Молодцы, ребятки. Кроме продуктов питания, в том числе для детей, ребята принесли игрушки, пластилин, настольные игры. Из средств массовой информации мы узнали о том, что в Ленинском районе проходит такая замечательная акция «Неделя доброты и щедрости». И сотрудники, воспитатели, педагоги и дети нашего детского сада с удовольствием решили принять участие в этой замечательной акции, чтобы поделиться своей добротой и щедростью. Добротой и щедростью в эти дни поделились тысячи жителей Ленинского района. Второй раз проводится эта благотворительная акция и охватывает все больше неравнодушных людей. В этом году мы по распоряжению главы Ленинского района Винцеля Валерия Николаевича расширили эту акцию на территорию всего района. По сравнению с прошлым годом, по нашим подсчетам, собрано продуктов и денежных средств в общем объеме в 2,5 раза больше, чем в том году. В одном только Видном собрано более тонны продуктов, а еще оборудование для инвалидов, предметы первой необходимости, предоставлены услуги для малообеспеченных граждан. Вот я хотела в этой связи поблагодарить всех тех, кто откликнулся на нашу акцию. Это многочисленные жители Ленинского района, это предприниматели с торгово-промышленной палатой во главе. Большую лепту в организацию, в проведение внесли наши общественные организации. Они, то есть, постоянно тоже помогали. Но самую, пожалуй, большую поддержку нам оказала, так же, как и в прошлом году, администрация Ленинского района и глава Ленинского района Валерий Николаевич Венцель. Цель этой благотворительной инициативы – запустить волну доброты, милосердия, желания и потребности помочь другому человеку и в этот раз достигнута. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.